Точка на пути. Точка на духовном пути. Которую я назвал так, для себя. Это проявление духовной воли. Очень многие люди приходят ко мне, когда особенно они вот узнают всю эту информацию о том, что все само происходит. И вообще многие люди идут в развитие для того, чтобы с ними произошло что-то, и они освободились от каких-то страхов, ограничений, проблем. Что-то произошло. Произошло какое-то качественное внутреннее изменение. И это напоминает запрос вот очень маленького ребенка, который просит, чтобы там мама принесла поесть, попить. И единственный инструмент, который, чтобы достичь желаемого, у него есть, это там кричать, плакать, конючить, какие-то еще такие вещи, скажем так, требования, претензии, ожидания. То есть что-то как-то показать, что ему это надо. И многие взрослые состоявшиеся люди приходят точно так же к психологам, к астрологам, к эзотерикам, разным людям с просьбой сделать с ними что-то, чтобы что-то внутри них поменялось. Потому что есть какая-то иллюзия, что есть какие-то ограничения, барьеры, границы, страхи, стены, которые нужно проломить, которые нужно устранить внутри нас, для того, чтобы что-то изменилось. И эти люди ждут, что с ними что-то сделают. Либо Бог, либо какой-то посредник, помощник, психолог, кто-то. Что-то сделает с ними, чтобы у них изменилось их качество жизни, качество самоощущения. И мне кажется, что вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным парадоксом, потому что это та же самая детская позиция. Когда человек взрослеет, он может встать, пойти и налить себе воды. Он может проявить свою волю для того, чтобы получить желаемое. Он понимает, что нету никаких барьеров между ним и кувшином с водой. То есть он встал, дал команду своим мышцам, дал команду своей, скажем так, биологической структуре для того, чтобы получить желаемое. Когда речь идет о духовном процессе, то мы сталкиваемся с тем, что большинство людей так и не выросли. Так и не выросли. И они год за годом, год за годом, год за годом ждут изменений извне. И часть этих изменений действительно происходит. Но часть другая этих изменений никак в их жизни не появляется. Они говорят, вот, мне нужна еще одна прокачка, мне нужна еще одна трансформационная сессия, мне нужен еще один регрессивный сеанс, мне нужно еще одно что-то, и тогда-то я наконец-таки освобожусь, и мне будет легко быть открытым к людям, не бояться там, не знаю, выступать публично, не злиться и там не нападать на других людей в личных отношениях, не знаю, решиться на какое-то действие, которое я давно хотел, отстоять свою позицию. Что-то должно еще у меня кто-то со мной сделать, что-то должно со мной произойти, и тогда я смогу это сделать. Как бы легко станет. Но правда в том, что я ни разу не встречал результата за всю мою, за все тысячи человек, с которыми я знаком, с личными историями, которых я знаком, я ни разу не встречал результата, что человек, который ждет, что вот еще что-то я в себе подкорректирую, а хоть что-то еще в себе изменю, и вот оно пойдет, я ни разу не встречал, чтобы вот оно пошло. Ни разу не встречал человека, который говорил о том, что вот я достигну исцеления и тогда заживу. Вот я освобожусь от страхов и начну строить отношения.
вот я еще освою какой-то навык, и тогда буду заниматься делом, которое я люблю. Вот это я не встречал. Зато я встречал ситуации, в которых человек 50-60 лет ждет. Ждет. И может казаться, что человека сковывают непреодолимые барьеры и препятствия. Но если мы вскроем черепную коробку, мы увидим, что там нигде великие китайские стены не проложены. Да? То есть там нигде нету выцарапанных ножиком каких-то и построенных из железобетонных каких-то материалов, каких-то конструкций, которые бы блокировали бы прохождение нейронных их импульсов электрических, и были бы какие-то блоки, которые нельзя было бы пробить. Все, что мы видим чаще всего позицию человека, который просто ждет, потому что он научился делать все, кроме одного. Он не взял свою силу, а не научился проявлять свою духовную волю. И на духовном пути человека всегда есть поддержка. Всегда. Даже если ты родился в тяжелых условиях, в тяжелой семье, у тебя по судьбе будет человек, и это забота Бога о нас, забота мира о нас, будет человек, который даст тебе необходимую информацию, необходимую поддержку. Даже если ты попал в очень тяжелую жизненную ситуацию, если ты открыт, у тебя будет возможность получить эту поддержку. За исключением одного момента. За исключением одного момента. И этот момент, который есть в жизни у каждого из вас. И многие перед ним капитулируют. Не в том смысле, когда я говорю о сдаче, как о способе духовной жизни, а капитулируют лапки кверху. Это тот момент, когда Бог думает, что человек наконец-таки созрел для того, чтобы повзрослеть. Для того, чтобы проявить не детскую позицию, как ребенок Бога, а когда человек созрел для того, чтобы стать полноправным сотворцом этой реальности. Когда человек созрел для того, чтобы стать, скажем так, в полный рост, стать взрослым, вырасти из вот ходунков, вырасти из детских штанишек и стать зрелым, зрелым, взрослым. И в этот момент мы всегда оказываемся одни. Одни. У нас нет достаточной поддержки, у нас может быть ощущение, что даже мы нигде-то не чувствуем поддержку свыше. В тех моментах и в тех жизненных ситуациях, когда мы подходим к этому рубежу, когда мы готовы повзрослеть, мы вдруг оказываемся в чистом пространстве. Один на один с нашим страхом, с нашей границей, с иллюзией, которая нас всегда пугала. И многим из вас знаком такой момент, когда вы остаетесь со своим ограничением, со своим страхом один на один. И больше ничто не может вам помочь. Большую часть жизни мы привыкли делать так. Мы же чего-то боимся, мы бежим, просим у родителей поддержки. Они говорят, нет, все хорошо, попробуй жить. И мы вот как бы живем, живем. Пожили, опять увидели что-то страшное, опять метнулись назад, опять закрылись. И так мы всю жизнь бегаем. Потом у нас появляются психологи, консультанты, гуру, эзотерики, всякие люди разные, которые заняты тем, чтобы сказать, да, давай еще попрокачиваемся. Тогда у тебя будет все хорошо. Так проходит лет 50-60, а может быть жизни 100-200, когда в какой-то момент человек не подходит к жизненная ситуация, которая вызывает у него страх, которая вызывает у него панику, которая вызывает у него какое-то сопротивление. И он понимает, что ему бежать больше некуда, что все, он пришел. И в этот самый момент происходит очень интересная ситуация. Мир предлагает ему проявить то, что он никогда не проявлял. Мир предлагает ему сделать то, что он никогда не делал в духовном смысле. Мир предлагает ему перейти от парадигмы «мир, Бог, родители, кто-нибудь, дайте мне, поддержите меня». Мир приглашает его перейти в позицию взрослого. Выбери. Сотвори. Прояви волю. Прояви свою духовную волю.
История-то про что? История-то про то, что каждый из нас рожден самодостаточным. И мы весь этот последний год говорим о том, что внутри нас есть источник, которого достаточно для прохождения любых жизненных сценариев. И большинство людей это слушают, и они понимают, что да, это окей, это все понятно, я могу опираться на себя до поры до времени. Но когда мы приближаемся к той жизненной ситуации или к тому жизненному контексту, который нас действительно пугает, будь то отношения, будь то реализация, будь то, не знаю, отношения там, с родителями, с детьми, с партнером по отношениям, будь то какая-то фобия, которая с нами всю жизнь была, это как бы всегда в стороне. Но в какой-то момент этот контекст вдруг обнажается. Он становится вот просто перед нами. Вот ты его не обойдешь, не объедешь, и жить так, чтобы вот обходить его справа-слева, игнорировать, больше невозможно, не получается. И в этот момент все уходит, и ты остаешься один на один. И больше некуда бежать, и больше нигде не взять никакого такого вот там, какой-то вот анестезии, не вколоть, чтобы забыться. И, конечно, можно рядом с этим постоять, подумать, но в этот момент жизнь приглашает нас повзрослеть. Когда мы говорим об источнике внутри нас, то он потенциален. То есть вот стоит табуретка, да, вот там вот, у нее 4 ножки. Я никогда не узнаю, выдержит ли она мой вес, пока не сяду на нее. Я могу просить, позвать кучу профессионалов, которые оценят ее, там разберут по винтику. Я могу ее там визуализировать, что она меня выдержит. Я могу медитировать перед ней. Я могу знать, что у меня есть табуретка. Но табуретка нужна для того, чтобы сидеть. Точно так же и наш внутренний источник нужен для того, чтобы проявляться, чтобы творить, чтобы на него можно было опереться, чтобы его можно было реализовать. Мы здесь не для того, чтобы быть, мы здесь для того, чтобы реализовываться. Самореализация, проявление нашего естества. Самопознание – это первый шаг. Мы это все прекрасно умеем. Рефлексия уже больше проблема, чем благо для большинства людей. Информации столько, что можно захлебнуться в ней, и она создает только невроз, потому что все знаем, а ничего не меняется. Реализация. Но для того, чтобы реализоваться как творец, это требует вот этой самой взрослости. Взросления из школьного состояния, когда мы набираем знания, из институтского состояния, где мы пробуем знания в какой-то рекреации, в какой-то безопасном пространстве, тестируем. Реализация, проявление того, что есть внутри нас. Возможность опереться, взять эту энергию и сделать из нее что-то, проявить ее. И большинство людей, у них нет этого в карте. Они не понимают, что у них есть достаточно силы, чтобы больше не бегать за поддержкой, чтобы больше не просить устранить их блоки и ограничения, что у них есть сила пройти сквозь любую ситуацию не тем, что ты там мощный и сильный, а просто потому, что внутри тебя есть что-то, что может двигаться дальше, что может двигаться сквозь. Просто потому, что ты создан для этого, просто потому, что ты рожден для этого, потому что это есть твоя суть. Нет ни одного барьера, который на самом деле, это вот утверждение, которое вы можете оспорить, вы можете не оспорить, но нет ни одной психологической проблемы, нет ни одного блока, нет ни одной какой-то серьезной травмы, которую нужно было бы прям обязательно решать какими-то благообразными психологическими практиками и техниками. Большинство вещей, все вещи, которые есть с человеком, решаются посредством выбора и духовной воли человека. Все остальное – это игры вокруг человеческого инфантилизма. Это вот у меня там это произошло, вот у меня
тогда-то тот-то меня обидел, это вот так, у меня я пауков боюсь, это вот так, поэтому я этого делать не могу, сделайте со мной что-то. И я читал забавную заметку о том, что есть три стадии человека, ну, взросления в понимании психологии. Первая стадия — это такая, это полное как бы невежество, это когда самая частая психологическая, скажем так, поддержка — это: ну что ты плачешь, все будет хорошо, вообще просто заткнись и не реви, соберись, тряпка, да, вот. А вторая стадия — это когда человек знает о том, что есть там психологические защиты, психотравмы, фасилитация, поддержка, экологичное общение, вот эта вся история созависимости, бла-бла-бла. И вот он ходит и лечится, восстанавливается, прокачивается и так далее. А есть третья стадия. Это когда тоже соберись, тряпка. Потому что когда человек понимает, что на самом деле, да, есть травмы, да, есть проблемы, да, есть страхи, да, есть что-то. Но ты не напрокачиваешься и не наисцеляешься. Жить-то когда-то надо. Жить-то когда-то надо. И тогда реально тоже ты уже говоришь: соберись, тряпка, но уже не с тем вот этим невежественным подходом, а с пониманием того, что да, окей, это есть, но есть что-то большее. И это все о чем? Второе утверждение. Есть только один исцеляющий механизм. Есть только один исцеляющий механизм. Есть только одна целительская энергия, которая может действительно решить любую проблему в жизни. Потому что вы же понимаете, что когда вы ходите там, не знаю, кому угодно, да, с просьбой там, ну не знаю, избавиться от фобии или там научиться что-то делать, чего-то не бояться, то просто одна стратегия в голове заменяется на другую стратегию. И это просто одна идея на другую идею, один навык на другой навык. Все в рамках вашего, все одна иллюзия на другую иллюзию. Раньше боялись пауков, теперь не боитесь пауков. Ну, примитивный пример. А теперь пауки там, ну, есть всякие разные техники, диссоциации, там, кинотеатры, перепросмотры и так далее. Это про иллюзии. Но реально, окончательно победить фобию, страх, травму, психологическую проблему может только одно. Знаете что? Хорошо. Слово на букву Ж. Жизнь, жизнь. Иллюзию побеждает только реальность. Смерть побеждает только жизнь. Виртуальное побеждает только реальное. И до тех пор, пока это все идет в виртуальном ключе, пока выбора жить нету, то реально прокачки длятся вечно, походы к психиатрам длятся вечно, травмы родительские обсуждаются вечно, до тех пор, пока человек не совершает выбор жить. Выбор проявиться. Выбор не находиться в потенциальном состоянии ждущего человека перед этим потоком жизни и ожидающим, что все будет идеально и правильно, и только тогда я в этот поток жизни шагну. А человек, который понимает, что вот он стоит, поток течет, и идеально не получается, он там бурлит что-то, куда-то там завихряется, идеально не будет. Но когда ты прыгнешь туда, то все. Ты соприкоснешься и весь будешь, скажем так, промочен реальной жизнью. И реальность побеждает иллюзию всегда. Единственный способ победить страх – это жизнь. Единственный способ победить какой-то блок или ограничение – это жизнь. Это проживание, это опыт, полученный в ощущениях, данный в ощущениях. Это то, когда вы понимаете, что а ну его ждать, я туда прыгну и намокну весь. И тогда, будь что будет, потому что так стоять перед жизнью я больше не могу. Я хочу, чтобы вы замечали вот это состояние нежизненности, которое бывает и которое может съесть целиком нас и полностью, если мы увлечены рассматриванием того, что же на самом деле мешает нам жить.
Это называется претензия. Вот пока вот это не будет так, как я хочу, я буду стоять в сторонке и ждать, что что-то изменится в моей жизни. Что-то будет идеально, что-то будет соответствовать моей иллюзии о том, как должны идти вещи. И правда в том, что это инфантильный подход, даже не дед, это инфантильный подход. Потому что реально, идеально никогда не бывает. Потому что идеальность – это смерть, я всегда об этом рассказываю. Вот тельце, из которого ушла жизнь, оно идеально. Вот оно не шевелится, у него лицо становится симметричным вдруг, внезапно, да? Все вот оно стало таким вот. Но только в нем жизни нету. В нем жизни нет. И поэтому в жизни никогда не бывает идеального. В жизни никогда не бывает вот этого нарисованного в уме. И поэтому никогда не будет правильного момента, чтобы совершить выбор правильного для ума и начать жить в тех контекстах, где мы боимся. И этот выбор может совершить только человек, который прислушивается к такому понятию, как духовная воля. По сути, есть два типа воли внутри человека. Первая – это воля, которая нас учит с детства. Это воля насилия, воля ума. Это когда ум насилует тело. Ты должен, соберись, заставь себя, превознемоги. Встань и беги, встань и иди, давай, давай, давай. И в какой-то момент, конечно, ум приучается насиловать тело, тело приучается повиноваться, но тело это не любит, и оно из этого никогда ничего хорошего не получается. Потому что из насилия никогда ничего хорошего не получается. И эта воля обычно разбивается о жизни, об ощущении пустоты, об ощущении бессмысленности. Да, ей забрасывают какие-то морковки в виде быстрых мотиваций, в виде каких-то там материальных ценностей, в виде чего-то еще, но реально в долгосрочной перспективе насилие никогда не оправдывается. Ни в истории человечества, ни в нашей личной истории. Ни одно насилие долго существовать не может. Ни один режим, основанный на отрицании нужд, скажем так, структуры во имя какой-то большой цели, не оправдывается. Советский Союз рухнул не потому, что там внешние враги были, потому что это насильствующая система, какая она ни была бы. Как и любые другие системы. Везде, где есть насилие, система рушится. И насильствующая логика, она, к сожалению, прописана и в школах, и в нашем воспитании, и везде. Принуждение ради идеи, ради идеальности, ради мертвого, да, ради неживущего. Ребенок, ты должен быть таким, партнер мой по отношениям, ты должен быть таким. Поэтому ведизм превращается в насилие в нашей культуре. Псевдоведизм, да? Ты должен быть. И формируется что? Претензия. Претензия. И это очень страшно. Потому что ты... Любовь и претензия не может существовать. Жизнь и претензия не может существовать. Это не жизнь, это состояние рядом с жизнью. Это невроз. И вот эта насильствующая воля, она терпит крушение всегда. Сейчас, секунду. Но есть второй процесс, который происходит тогда, когда насильствующая воля терпит фиаско, терпит поражение. И я называю этот момент сдачей. Сдача не капитуляция и как слабость, а сдача – это осознание бессмысленности насилия над собой и над жизнью. Осознание иллюзорности контроля, который есть у нашего ума над жизнью, над нашим телом. Мы на самом деле не можем ничего контролировать. Мы можем сотрудничать, управлять, но никогда не контролировать. И когда вы понимаете иллюзорность контроля и претензий, когда вы понимаете, что вы на самом деле не можете управлять ни своим телом, глубинно вы не можете его контролировать, вы не можете контролировать жизнь, вы не можете точно контролировать другого человека в отношениях, происходит сдача. Нет, ум пытается. Ум вообще, у него основная функция развязывать войну постоянно. Что война это попытка контроля. То есть вы живете неправильно, мы вас сейчас научим. Вот.
Когда вы понимаете иллюзорность и бесконечность этой войны, которая развязывает ум, вы просто уходите с поля битвы. И тогда высвобождается колоссальное количество энергии. Потому что представьте, сколько неконтролируемых вещей ежедневно вы пытаетесь контролировать. Бесконечное количество. Как должен вести себя ваш партнер по отношению, как должны вести себя ваши родители, как должны вести себя ваши дети, как должен вести себя ваш босс и не должен вести себя, как должны вести себя вы и не должны вести себя вы. 99% энергии расходуется на то, на иллюзию, потому что вы на самом деле ничего не можете контролировать. Можете наслаждаться, сотрудничать, но не можете контролировать. Когда вы забираете оттуда силу через капитуляцию, когда военный бюджет вашей сущности наконец-таки изымается из войны и направляется на гуманитарные цели, если мы возьмем государство, сколько у нас военный бюджет процентов ВВП? 50, да? Правда? Ну вот капец. Официально 50, да. Вот когда вы изымаете вот эти ресурсы, а у человека еще больше, я думаю, когда вы изымаете эти ресурсы, то у вас открывается пространство для возникновения вот этой самой второй воли, духовной воли. Потому что она начинает работать в расслабленном теле. Я всегда говорю, это для меня самая, наверное, ключевая формулировка этого года. Попробуйте ее просто впитать через себя. Через расслабленное тело и сознание течет жизнь. Через расслабленное тело и сознание течет энергия. Через спазмированное тело и сознание, через тело и сознание, нацеленное на войну, на претензию, на спазм, на отрицание, не течет жизнь. Там нету энергии. Там есть только истощенное состояние. И когда человек действительно сдается, постепенно происходит расслабление всей его структуры, сознания, тела. Он понимает, что война бессмысленна. И деньги возвращаются назад, ресурсы возвращаются назад. Войны возвращаются назад, домой. И происходит расслабление, мир устанавливается. Это называется смирение, да, смирение. Примирение с реальностью. Устранение войны, устранение спазма, устранение вот этого военного положения. Мы вот родились, и военное положение объявляется с первого дня рождения. И мы живем всю жизнь в военном положении, тратя весь свой ресурс. Сколько в войну тратится? 90% ресурсов государства тратится на фронт, отдается, да? На поддержание военной ситуации, на войну тратится. Вот когда вы прекращаете это военное положение, а войну нельзя закончить, можно только прекратить, да, как ремонт. Снятие военного режима – это возвращение силы, расслабление, и тут проявляется то, что всегда игнорировалось. Это воля просто жить, это воля вашего духа, это проявление вашей сущности через расслабленную структуру. Это истина, которая пробуждается здесь. И когда она пробуждается, то это не краткосрочная мотивация ума, насильствующего ума, а это то, что может работать всю жизнь. Это то топливо, которое никогда не заканчивается. И с ним я не могу вас познакомить никаким иным способом, кроме как предложить вам установить мирное время внутри себя. Кроме как предложить вам пойти сознательно в расслабление, кроме как отпустить хватку контроля и позволить жизни течь через вас. В самых сложных жизненных контекстах. И вот эта духовная воля – это то, та табуретка, на которую нужно сесть. Это то, что нужно реализовать. И это то, для чего вы оказываетесь, для проявления чего вы иногда оказываетесь один на один с какой-то жизненной ситуацией, о которой я говорил в начале. И это та школа взросления, которую Бог ждет от вас и жизнь ждет от вас. И самый большой вопрос, который есть у жизни к вам, ради которого вы пришли, он именно происходит в этот конкретный момент времени. Вот когда есть ворота, вратарь, футболист, и это серия пенальти. И все отходят в сторону. Никто больше не может помочь. Вы один на один с вашим уроком жизненным, с контекстом жизни, где вам страшно, тяжело, неприятно, непонятно, как угодно.
и больше нет никакой поддержки, и больше и насилие ума над собой больше не работает, и все, что вы можете сделать в этой ситуации, это либо стоять и ждать, но это ничего не изменит, либо положиться на истину, которая есть здесь, и убить этого дракона, забить этот мяч с помощью этой истины. И это чистый выбор, это чистый опыт, ради которого мы все сюда пришли. Другого выбора и опыта нет. Мы все сюда пришли сразить чудище, которого мы боимся. И это сражение происходит в одиночку. Здесь нету помощников, Бога, ангелов, высших сущностей, психологов, экстрасенсов, магов, никого. В самой важной, ключевой ситуации все отходят в сторону, для того, чтобы вы могли проявить, реализовать себя, истинного себя. И если вы совершаете этот выбор, проявить эту духовную волю, опереться на внутренний источник, выбрать ту истину о себе, о мире, о ситуации, которая не отсюда взята, а которая вот здесь рождена. Она может быть выражена в словах, но она резонирует с этим. И поступить, и сонастроиться согласно этой истине, то тогда вы решаете основную жизненную ситуацию. Вы переходите из мышления страха к мышлению Творца. Вы становитесь взрослым Творцом. И все совершено в этот самый момент. Все, ради чего вы пришли, реализовано именно здесь. Именно здесь. И вот этот фрагмент духовного пути, финальный в каждом конкретном жизненном этапе, да, финальное сражение с чудищем происходит в одиночку. Финальное сражение с страхом происходит в одиночку. Финальное сражение с болезнью происходит в одиночку. Финальное сражение с тяжелой жизненной ситуацией происходит в одиночку, внутри себя. Только для того, чтобы вы сделали этот самый большой выбор, который Бог ждет от вас. Вы выбираете жить как взрослый творец. Вы готовы реализовать свою подлинную сущность. Вы можете поверить и опереться на нее, вы можете довериться истине, которая есть здесь, вы можете взять этот меч истины и сразить им чудовище, или вы пока еще ждете. Но правда в том, что если вы оказались в жизненной ситуации, в которой вы чувствуете, что больше неоткуда ждать поддержки, это значит, что мир вас очень верит, и вы готовы. И это касается не только больших жизненных ситуаций, но даже самых маленьких выборов. Когда вы боитесь, когда вы тревожитесь, вы опираетесь на старую концепцию о том, что вы можете что-то там вот как-то еще подготовиться, что-то куда-то убежать, накопить каких-то сил, и потом как-то вот оно само рассосется в вашей жизни. Или вы выбираете жить, полагаясь на это, и выбираете пройти просто через это, сквозь это. Просто потому, что для этого вы здесь, и просто потому, что вы доверяете этому источнику внутри себя. И я очень четко вижу вот эти два типа состояния человека. Все еще инфантильное состояние, в котором, ну, и я пребывал, и пребываю иногда. Очень различаю это. Когда я еще жду. Когда я еще стою перед рекой жизни и жду. Поддержки, помощи, спасения. Как будто бы я слаб, а кто-то может мне помочь. И состояние Творца, который понимает, что сил достаточно. И он может в этой ситуации реализовать свою духовную волю. Ведь на самом деле все наши блоки, все наши ограничения, все наши страхи, все наши болезни – это просто информация. Ничто иное. Это просто стратегия мысли. Стратегия мыслить, способ мыслить, привычка. Там ничего не построено железобетонно. И духовная воля нужна для того, чтобы сделать иначе, опираясь вот сюда вот, а не на концепции. И когда вы опираетесь сюда вот и принимаете решение в своей жизни, исходя из вашего центра,
то жизнь побеждает иллюзии. Жизнь побеждает болезни. Жизнь побеждает страхи. И вы понимаете, что вам на самом деле не нужно опираться ни на кого. Что вам достаточно. Что вам достаточно. И мотивация всего собрания, она на самом деле только про одно. Про то, чтобы задать вопрос и себе, и вам. Есть ли у вас уже достаточно желания для того, чтобы начать жить как состоявшийся взрослый человек? Есть ли в вас смелость опираться вот сюда вот? Есть ли у вас смелость жить, понимая, где иллюзия и где реальность, и опираться на свою силу, которая обязательно придет, когда вы сможете на эту табуретку наконец-то сесть? И если это есть, то тогда отпадают любые вопросы. Вопросы по поводу того, что мне делать, как мне идти куда, действовать или ждать мне чего-то, да, в своей жизни. Как мне решить какую-то проблему, кто мне может помочь решить эту проблему. Потому что человек, который взял свою духовную волю, который научился на нее опираться, который реализует себя, а не ждет, он действует всегда. Ответ такой: действовать всегда. Многие написали, что вот вопрос действовать или ждать самый важный для меня. Так вот, всегда действовать. Всегда действовать. Никогда не ждать. Потому что ожидание – это смерть. Это не жизнь. А действия, которые идут от центра, это манифестация жизни. Но действовать, а не ждать, можно тогда, когда вы выбрасываете идеальность, когда вы выбрасываете претензии, когда наконец-таки ваш ребенок вырастает, когда наконец-таки происходит вот эта алхимия вашего внутреннего содержания, когда наконец-таки вы учитесь жить как самодостаточный творец. И тогда действия перестают быть чем-то сакральным, потому что для ребенка, вот для сознания инфантильного, для него вот надо, если сделать, то только хорошо, идеально и правильно. Иначе я буду стоять перед жизнью, перед рекой жизни. Вот оно должно быть совсем хорошо, и только тогда я туда шагну. Но для человека, который познакомился с духовной волей, действия вообще не важны становятся. Потому что они понимают, что действия не творят ничего вообще, никогда. Действие – это не творческий акт. Действие – это просто способ прожить. Действие – это просто способ наслаждаться жизнью. А творите вы жизнь своим центром, своим намерением. Вы можете сделать это, вы можете сделать то, вы можете сделать пятое, вы можете сделать десятое. Вы всегда получите один и тот же результат. Тот, который здесь. Тот, который здесь. Вот это очень... Приходит спрашивать, мне вот лучше поехать или остаться? Как вот в этой ситуации, да? Мне совершить действие или не совершить это действие? Мне вот так или так? Какая разница? Какая разница? Последствия всегда будут одни и те же. Те, которые здесь. Те, которые здесь. А действие – это всего лишь способ прожить жизнь. Это всего лишь шаги. Но дорога всегда приведет вас туда, что вы здесь чувствуете. Что вы здесь чувствуете. И если вы живете, скажем так, в искаженном, насильственном состоянии к себе, и при этом не берете свою духовную волю, не опираетесь на истину о себе, то что бы вы ни сделали, вы получите искаженные результаты, искаженная реальность. Вы всегда получите опыт страдания, то есть опыт крушения вашей идеальности по поводу того, как должны идти вещи. Но если вы живете отсюда, то что бы вы отсюда ни делали, это всегда будет манифестация блага. И вы всегда будете получать благо.
Можно об этом побольше поговорить чуть-чуть попозже. Но мне хочется, чтобы вы уловили и почувствовали вот эту идею. Человек, который умеет, который повзрослел, он больше не стоит перед рекой жизни, он живет. Он живет. Человек, который отпустил идеальность, юношеский максимализм, романтизм, который отказался от претензий к жизни, он живет, он выбирает жить. Он выбирает не ждать, что другой человек изменится, и он тогда будет с ним, а до этого он будет ждать. Он выбирает не ждать, что у него не будет страхов, и только тогда он начнет реализовывать себя. Он выбирает не ждать, что погода станет хорошей, и тогда он пойдет погулять. Он выбирает не ждать, что, не знаю, вот Бог ему даст какое-то подтверждение, и жизнь ему даст какой-то знак, и тогда он наконец-таки поймет, что так можно. Потому что ожидание – это недовольство, это не та вибрация, которая соответствует вашему источнику. Источник всегда течет. Человек, который настроен на источник, всегда действует и всегда получает благой результат. Всегда получает благие последствия. Человек, который раз сонастроен со своим источником, который еще пока живет из ума, что бы он ни сделал и как бы правильно он ни сделал, он не получит удовлетворения. Вот в этом конфликт. И духовная воля – это всегда вот тот самый момент, вот просто вот тот самый. Момент выбора, ради которого, вот мне кажется, в этот момент, когда вот как в момент пенальти, все молчат. Также мне кажется, что весь мир в судьбе каждого человека, вот когда человек встает один на один со своим страхом и своим ограничением, он оказывается в этой жизненной ситуации, когда вот есть что-то. Это не обязательно один раз в жизни, это в разных контекстах бывает. Но вот именно в этот момент, когда он больше уже не может бегать назад в свои там, за своими ходунками, и вот он встает один на один перед этим путем, и вот у него впереди страшно. Мне кажется, в этот момент все ангелы такие. Бог такой. Ну бей же, да. И вот пробудется человек или нет? Пробудется ли внутри него источник? Или он побежит прокачиваться? В регрессию побежит? Расстановки. Я ничего не имею против психологических инструментов, но вот в этот момент ты пойдешь дальше, ты возьмешь истину, которая есть здесь, о том, что ты любим, нужен, ты готов, ты все это слышал, ты все это знаешь, ты знаешь, что у тебя достаточно сил, ты знаешь, что внутри тебя есть источник, который тебя любит, ты знаешь, что ни одно из чувств не дает тебе другие люди, ты сам их даешь себе, ты знаешь, что ты безгранично ценен, ты на это обопрешься. Или ты будешь стоять и ждать подтверждений. Ты возьмешь это как свою истину и сразишь это чудовище, которого ты боишься. Или нет? И если ты это сделаешь, то это и есть пробуждение, это и есть просветление, это и есть взросление человека как творца. И вот ради этого момента все здесь, каждый из вас. Все остальное – это школа, университет, это подготовительные курсы. Психологи, тренинги, встречи вот такие, да. Но что будет с вами, когда вы выйдете вот туда, вот за эту дверь, и окажетесь один на один с миром? Я же не могу сделать так, и никто не может, чтобы внедрить внутрь вас то, что вы должны взять сами. Я не могу пройти за вас те моменты, которые должны быть пройдены вами. И единственный долг, который есть у человека, долг с большой буквы «Д», это долг реализовать себя как взрослого творца, проявить свою духовную волю. Потому что после этого все качественно меняется.